Жители 5 микрорайонов Уральска могут остаться без воды из-за аварии на коллекторе. Это почти 40 тысяч человек. Аварийная бригада установила мотопомпы для временной перекачки стоков. Порывы в регионе случаются довольно часто. Только в прошлом году произошло 17 аварий. Были случаи, когда без воды оставался целый город. Коллектор власти региона намерены теперь реконструировать. Сейчас определяют подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы. Материал стеклопластик. Был, значит, положен в 2009 году. Вот. В данное время он признан аварийным. В прошлом году начата работа по замене. Это по Саратовской трассе, там 7 километров. Здесь планируется 6 с лишним километров. Летом постоянно аварии были. Этот участок тоже планируется под замену. В общем, 4 участка планируется реконструкция. Мы видим, что данная труба не подходит для напорных коллекторов.